скорая забрала кого-то, да? Да, забрала троих людей. Там жена была, три парня, видно, шейный позвоночник и удар, потому что на лавсе. Они вышли, у них там голова такая была. Мне охранники рассказали. Ехала девятка сверху. По Металлургу, да, с центра? Да, сверху, да. За ним эта милиция. Включила там этот мигалку свою. Орали что-то, не орали, вернее, она гудела, блядь. А потом слышу удар, стук. Смотрю, девятка уже на обочине там, боком стоит водительским туда. Аланос на трамвайных сюда лицом, поперек. И трамваи не ходили, да? И трамваи не ходили, да. И троллейбусы стояли. Вот это все.